Поехали! Дорогие друзья, Смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей Юрия Гагарина» в сотрудничестве с сообществом профессиональных музыкантов-инструменталистов проводит конкурс для молодых музыкантов возрастом от 14 лет, которые занимаются электронной, инструментальной и космической музыкой. Конкурс проводится в рамках второго фестиваля электронной инструментальной космической музыки «108 минут». Финал конкурса, а равно как и сам фестиваль, пройдут в городе Гагарин Смоленской области нашей необъятной родины. Уже сейчас вы можете присылать свои работы на отборочный тур конкурса фестиваля. Главный приз является синтезатор Yamaha MX-61, любезно предоставленный генеральным спонсором фестиваля сетью музыкальных магазинов popmusic.ru. Вся подробная информация в группе ВКонтакте «Фестиваль 108 минут», а также на сайте 108.gagarinm.ru. Успехов вам и удачи! 108 минут.